Возможность пообщаться с президентом выпала сегодня участникам медиафорума Общероссийского народного фронта, который проходит в Калининграде. Нашу республику представляют 6 журналистов, в том числе корреспондент гостелерадиокомпании «Хакасия» Виктор Буров. Всего 5-й по счету форум УНФ собрал 500 молодых людей из разных уголков страны. Все они приехали сюда благодаря своим материалам. Главная их тема – социальная сфера и защита интересов простых людей. На форум приглашены члены российского правительства, депутаты Государственной думы, общественные деятели. И вот что рассказывает Виктор Буров, который сейчас находится в эпицентре событий. Сегодня нас ждет встреча с лидером нашей страны Владимиром Путиным. Форум Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» – это возможность для региональных журналистов реально изменить ситуацию в лучшую сторону в своем регионе. Я не планирую задавать никакого вопроса, потому что при общении со своими коллегами-журналистами я понял, что Хакасия действительно живет очень неплохо по сравнению с другими регионами. И у нас нет таких серьезных проблем, которыми можно было бы волновать президента. Виктор Буров, специально для программы «Вести Хакасия» из Калининграда.